Сбербанк ищет способы, как можно быстрее покинуть украинский рынок. Об этом сообщил глава кредитной организации Герман Греф. По его словам, одна из причин – участившиеся акты вандализма в отношении отделений банка в стране и, цитата, «попустительство со стороны правоохранительных органов». Конец цитаты. Сегодня украинские радикалы баллончиками разрисовали несколько филиалов Сбербанка в Николаеве. На фундаменты и витрины националисты нанесли нецензурные надписи, а затем обклеили здание листовками с хэштегом «Русбанк овер», что в переводе означает «долой российские банки». То же самое радикалы проделали и с отделением Альфа-банка.